Такой долг даже совестливых граждан не тянет за душу. Незначительный по нынешним меркам штраф, который не портит настроение до определенного момента. Недобрый понедельник выдался для пешеходов-нарушителей. Рано утром в их квартиры и дома настойчиво постучали судебные приставы и сотрудники дорожной полиции. Сегодня у нас проходит мероприятие совместно с судебными приставами-исполнителями города Иваново, а также сотрудниками батальона ОБДПС ГИБДД по Ивановской области и сотрудниками ГАИ города Иваново. Рейд направлен на неисполнение установленных законом обязанностей граждан по оплате штрафа. Здесь административный штраф в размере 500 рублей, который выписывается людям, пересекающим проезжую часть в установленных местах. Если штраф не оплачен в течение 130 дней, обязанность по его взысканию ложится на плечи службы судебных приставов. Через 5 суток, если должник не объявился и денег не внес, к первоначальной сумме плюсуют еще 1000 рублей исполнительного сбора. В этом доме зарегистрировано сразу 2 нарушителя, по 500 рублей с каждого. Оба ушли на работу, сообщает хозяйка через форточку. А по поводу того, что штрафы не платят? Они все оплачены. Ну, тогда подтверждение предоставьте, пожалуйста. Имеется. Ну, тогда квитанции нужны, что он оплатился. Однако квитанции не те. Штрафы мужчины так и не оплатили. Пристав буквально на коленках выписывает повестку. Не удалось застать дома и должницу с улицы Станка. Зато ее сосед по коммуналке пришел в ярость от такого будильника. Я думаю, как говорится, не могу узнать, где вы живете. Будут к вам приходить стукать домой. Вам понравится? Мне не понравится, потому что я вот такими вещами... А я тоже такими вещами. Чего вы тут? Ее долги, что ли, привешиваете? Вы мне говорите, а что же тогда, какими вы, что вы сейчас аргументуете, какими вы сейчас мне делами делаете? Да? С прошлого года не оплачен штраф и у этого жителя пустошь Бора. Сообщает, что долг погасит, как только получит пенсию. Сейчас денег нет, пенсии будет, я думаю. Когда там было медицинка? Прошлый год. Что, не можете заплатить за тот год, что ли? Не получалось. Завтра сможете платить? Завтра нет. Готовы? У меня пенсия только 19-го будет. Пенсия 19 числа. А между тем напомним, уклонение от своевременной уплаты административного штрафа влечет за собой ряд санкций. Это может быть и удвоение суммы взыскания, и обязательные работы до 50 часов, и даже арест до 15 суток. За 9 месяцев текущего года правила дорожного движения в областном центре нарушили более 5000 пешеходов и велосипедистов. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.